Хей-хей, с вами Стим, и сегодня мы сыграем Dead by Daylight на публичном сервере. Я сегодня один, я, может быть, не на постоянке один. Сегодня... Так, Dead by Daylight, думаю, не стоит объяснять. У нас сегодня... Я не знаю, кто у нас маньяк, но мне кажется, что... Ого, тут уже кого-то поймали... Короче, не стоит вам объяснять, что такое Dead by Daylight, потому что многие знают, что такое Dead by Daylight. И я потерял генератор. Вот. Все, надо чинить его. Генератор. Довольно давно не играл в Dead by Daylight, так как мне было, во-первых, не с кем играть. И одному скучно или даже страшно. Но я думаю, что игра не очень такая страшная, но понервничать тут стоит. Более нужна более доступная реакция. Так, тут мой человек. Так, надо чинить генераторы. Самое суть, чинить генераторы. Починим 5 генераторов, и мы, то есть, уже все, мы выиграли этот раунд. Ну, не совсем выиграли, но, то есть, нужно еще добраться до выхода. Открыть дверь. Твою мать! Я вот просрал, зашибись все. Прощай, Америка называется. Все, мы прячемся. Прячемся... Думаю... Блин, я не знаю, кто у нас маньяк. Вот это самое напряжение. Это может быть призрак или обычный маньяк. Может даже быть медсестра. Это неизвестно. Может даже маньяк, который новый, который вышел из нового обновления. Там пила или даже клоун. Я вот не знаю, честно, ребят. Вот честно, не знаю вообще. Главное тут сейчас снаряд успевать. Кстати, у меня сейчас 3 часа ночи, и я думаю, это заслуживает лайков в такую погоду, хотел сказать. Ну, погода у меня тоже не ахти, это все-таки я живу в Сибири, население так не очень. Я вот главное думаю уехать или что. Думаю, что у нас маньяк какой-то даун или типа того, потому что он что-то никому не убил, вроде тут поймали в ловушку. Я не знаю, в принципе, что тут вообще делать, но я уже скоро починю двигатель и придется искать другой двигатель. Вот, он, кажется, ловит, пытается поймать. Все, мы починили один двигатель, надо вот валить, потому что маньяку виден этот двигатель. Так, я думаю, у меня уже сердце застучало, но нет. Оно не застучало, поэтому нам нужно искать еще один двигатель. Кстати, если я останусь один или кто-то из моих тиммейтов останется один, то у него есть шанс, ему откроется люк, которому он может выбраться, если он, конечно, доберется или до него. Так. Блин, тут еще такое надо, чтобы наушники хорошо, у меня хорошие наушники были. Блоди, кому интересно, вот. Также у меня другая. Девайсы другие тоже от Блоди. Надо клавиатуру, главное, купить. А то у меня вот клавиатура, вот пробел уже с шестом уже скоро поломается. Я уже не знаю, что делать. Думаю, вот надо пойти покупать на днях, чтобы продолжать играть. Ой, там кто-то генератор починил. Это круто, потому что я сейчас еще один починю. Так, отличная реакция у меня. Чувак восстанавливается, у него, кажется, аптечка, или он нашел в одном из сундуков. Фу, блин, негр напугал, вот негритенок, блин, бородатый еще такой. Главное, не зари, плиз, братан. Нет. Блин. А вот, смотрите, вот уже одного нашего уже поймали, и надо как-нибудь его найти. И если его сейчас повешу, то и он... Лучше будет найти и спасти. Так, тут генератора. Тут нет генератора. Хреново, что нет генератора в доме. Мне нужно искать генераторы. Где генераторы? Генераторы. Ой-ой! Блин. Прикиньте. Так, что это такое? Я вот, ребят, не знаю, вот... Ой-ой, надо спасать надо, вот главное спасти. О, ребят, пила, у нас пила. Ух.
Беги, 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 беги. Нет! Пила, пила, пила. Вот что значит пила. Давай, спасай, спасай. Блин, не спасет. О, у парня фонарик. Он пока ослеплен, надо бежать. Искать. Вот пила вообще. Вот. Так, вот тут генератор. Хорошо. Недалеко генератор. Это очень хорошо, что тут генератор, потому что сейчас пока вот вся тима, блин, не вся, ладно, не вся. Но, по крайней мере, половина тима жива, то есть мы, у нас есть шанс выиграть и даже победить пилу. Ну, блин, ну, вообще не ожидал, что у нас будет пила. Блин, ну, чел нормально, это женщина, китаянка. Блин, ну опять упала, да что такое, там, наверное, негритёнок светит. Я уже думал, у меня сердце застучалось, но ничего такого у меня не застучалось. Ладно, сейчас не взрывать генератор, сейчас она занята. Да, то есть пила это женщина в маске с свиной. Ну, кто фильм смотрел, тот поймет, что пила Dead by Dying, обновление, клоун. Вот я бы хотел еще с клоуном поиграть, интересно вообще. Но он тоже, вроде говорят, интересный, мне вот друг рассказывал, тихо. Так, пока чиним генератор, а потом... Надеюсь, кто-то чинит генератор, я не понимаю, что такое? Ой. Ой, давай, чини. Мама! Нет! Пила, беги! Отстань от меня, вот только не трогай меня. Я тебе все деньги отдам. О, господи, я сейчас... Я думал, он мимо пройдет. Так, я надеюсь. Ой-ой-ой. А! Не-н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 е! Свинья, ой, свинья. Отвечай, свинья. Нет! Нет, только. Серьезно? Серьезно, на меня одели этот капкан, ребят! Ребят, одели капкан. Надо выбираться быстрее, восстанавливайте. Там, ребят, только меня спасите. Нет, я не успел. А, ребят, главное вот не сопротивляться. Пошел на. Нет, ребят, не получается. Блин, я так скорее умру. Не, пожалуйста, нет. Блин, появились эти крючки. Надо написать, ребят, help. Help, man. Нет, пожалуйста, нет. У меня пробел сломанный. Блин, тут, конечно, ребят, кто-нибудь, пожалуйста. Ребята, пожалуйста, кто-нибудь на помощь, пожалуйста. Да чё там бегаешь, помоги мне лучше, тупой чел. Я бы круче... О, братан! Негритёнок! Ой, бро, спасибо! Прямо от души, братан! Не-не-не-не-не! Пожалуйста, нет! Нет-не-не! Иди нахрен! Да собака ты! Волосатая! Ребят, негритёнок, негр! Пожалуйста, ребят! Пожалуйста, спасите меня, ребят! Этот свинья до меня докупалась вообще! Чё ей надо? Ребят, хелп, нет, сейчас меня... Нет, всё, ребят, проиграли. Чёрт. Это хреново, что мы проиграли. Прям обидно.